Смысл жизни, что это такое? Ну, на самом деле, философы бьются над этим вопросом долгое время, и самый точный ответ, самый такой честный ответ – это чувство счастья и радости. Начиная с Аристотеля и дальше, философы отвечают на этот вопрос. Да, есть какие-то смыслы в деятельности, есть смыслы в жизни какие-то у нас, но сама жизнь должна быть счастливой. Это очень сложно. Добиться чувства счастья в жизни крайне сложно. Наша идея о том, что счастье – это где-то там, за горизонтом, и мы туда добежим, и там будет счастье, иллюзорны. И я много про это говорю. Но когда вы находитесь в настоящем моменте и чувствуете себя счастливым человеком, это делает вашу жизнь наполненной смыслом. Может быть, это не такая героическая какая-то история, вот, но на самом деле это подвиг в мире, где столько всяких разных неприятностей, тягостей, умудряться вынимать себя из суеты и жизненных событий и ощущать внутреннюю радость. Это на самом деле тоже подвиг.